Надеюсь, вам такой репертуар по вкусу, поэтому будем продолжать в том же стиле, в той же манере. Сейчас я хочу предложить вашему вниманию песню, которую написал знаменитый американский композитор еврейского происхождения Аарон Лебедев. И песня эта посвящена обиходной вещи, которая есть у каждого из нас, а именно бумажнику. И вот сейчас послушайте, какую замечательную песню написал об этом американский композитор, автор, кстати, известной песни «Румыния, Румыния» и многих других еврейских песен, написанных в манере клезмер и других. Ну, да, американский-то он, конечно, американский, но родился в России, и Аарон Лебедев – это наше все. Конечно, да. И это одна из редких песен, которую он пел по-русски. Он был не только певец, известный певец Идишского театра, ну, от слов к делу.
замечательная вещь. Спасибо, да.